Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2024 года. В Камчатском крае победителями стали 7 некоммерческих организаций. Всего ими было привлечено порядка 13 миллионов рублей для реализации социально значимых проектов у нас в регионе. Второй конкурс президентских грантов начинается уже совсем скоро. С 1 февраля начинается прием заявок на сайте Фонда президентских грантов presidentskigrant.rf.